Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я хочу вам показать, где лежат энергетики, чтобы мы могли потом их обменять на всякие полезные штуки. В основном все автоматы с энергетиками находятся на, скажем так, первом этаже или на уровне улиц, и лишь один находится на крыше здания. Давайте же по порядку. Первый автомат можно найти на крыше, на которой находится телевизор, диванчик и пульт управления. Также это место находится недалеко от NPC под именем Гектор или Гептор. Короче, неважно, это робот, который сидит на крыше, на стульчике и напоминает старого дедушку. Достаточно спуститься чуть ниже той крыши, на которой вы находитесь, и вот этот самый автомат. Следующий автомат можно найти практически в 5 шагах от того убежища, которое защищает хранитель. Чтобы найти этот автомат, нужно идти в сторону уличного музыканта, и по другую сторону возле стены будет еще один автомат. Еще один автомат с энергетиком достаточно легко найти. Чтобы до него добраться, нам необходимо идти вдоль переулка, где находится прачечная, и в конце переулка будет глючный робот, пройдя мимо которого, с левой стороны будет стоять автомат. Но тут нужно учитывать, что робот может иногда свалить с этого переулка. И последний автомат достаточно хитро спрятан. Он находится на одном из балконов, если идти по переулку с тайскими фонариками. Если мне не изменяет память, этот переулок находится недалеко от бабушки-вязальщицы. Забираемся на балкон, и вуаля, все, у нас есть еще один энергетик. На этом все, дорогие друзья. Если вам понравился этот ролик и если он оказался вам полезен, пожалуйста, не поленитесь поставить лайк, а по возможности подписаться, если вам нравится мой контент. А если это видео наберет достаточно много просмотров и лайков, я замучу еще одно видео, где покажу, как найти, в каких местах найти все ноты для музыканта. Всем хорошего настроения и всем пока-пока.